с Росичем, Арго и Адлером. Одержала 3 уверенные победы. Ну а что касается... дальнейшего, я думаю, об этом уже позже. Рябко, похоже, на этом Кубке России отточил такие удары со штрафных. Великолепно он вчера забил, но еще более великолепно, как мне кажется, забивает он сегодня. Очередной стандарт, и теперь Дмитрий Васильев в воротах Сити, и он здесь не помог. 6-1. Ну и, наверное, это практически все уже.